Сегодня я постараюсь продержаться как можно дольше с рандомной экипировкой против топ-мутантов. Действия будут происходить в деревне новичков на Кордоне. Генератором рандомных чисел я получу снаряжение, с которым я буду сражаться до самой смерти. У меня есть 3 рюкзака, в первом оружие, во втором броня, в третьем расходнике. Будет ли мне сопутствовать удача или я получу ужасные предметы, узнаете в этом ролике. Желаю вам приятного просмотра. Итак, вот эти 3 рюкзачка, в которых лежат полезные предметы для моего выживания. В этом рюкзачке лежит разное оружие, вот оно, вот оно. А вообще-то в другом порядке, ну ладно. Здесь у нас броня, вот, у нас 3. Ну, плюс шлемчики, если нам выпадает шлем, то мы крутим наш, ну не крутим, а берем рандомное число еще раз. Если нам выпадает костюм, то мы вместе с каким-то костюмом противогазом бегаем. Если нам выпадает экзоскелет, у которого и так предусмотрен противогаз, то, в принципе, эта фигня валяется без дела. Ну и третий рюкзачок, это у нас расходники. Вот, тут тоже мы крутим 3 раза, чтобы получить 3 расходника. Очень повезет, если мы выбьем сразу 3 вида аптечек. Почему здесь нет патронов? Потому что у меня чит введен на бесконечные патроны. Что ж, давайте сразу погрузим на все эти рюкзачки генератор цифр. Я запишу это себе в заметки в телефоне. И потом уже будем брать наше снаряжение. Поехали. Сейчас у нас от 1 до 13 мы сейчас получаем оружие из первого рюкзачка. Поэтому нажимаем от 1 до 13, нажимаем сгенерировать и получаем число 9. Я записываю число 9, отлично, поехали дальше. От 1 до 15, это у нас броня. Я генерирую и получаю число 6, отличненько. И теперь от 1 до 17, потом 16, потом 15. До 17 это я получаю уже расходники. Сгенерировать, число 7. Число 10, число 14. Заходим обратно в сталкер. Сейчас будем забирать. Итак, оружие мы получаем по счету 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, неплохо, неплохо, Мосберг, неплохо. Броня по счету у нас 6. 3, 6. Да. Тоже не самое лучшее. Ну и здесь из расходников 7, 10, 14. 7, 10 и 14. Отлично, зашибись. Все самое худшее, все мне. Здравствуйте. Также прошу заметить то, что я каждые 5 минут, если я, конечно, столько проживу, буду спавнить возле себя рандомного сталкера. Ну что ж, можно, в принципе, начинать. Если что, деревня распространяется вот это вот все деревня, то есть вот это вот деревня, и вот это вот деревня, и вот это вот деревня. То есть все это деревня. Можно еще, в принципе, приплести тайный лагерь к деревне. Но зачем? Сидеть больше 1 минуты на доме нельзя. Это я сразу оговариваю. Я приплел, получается, да? Сам того не желая, я приплел себе лишнюю точку для отстрела мутантов. Так, ну тут пока что нормально, тут... Ой, кто это? Твою мать, химера! Так, я сейчас не могу... Ты слышишь? Стоп, спокойно, тут пока безопасно. Было. Блин! Твою мать! Иди нафиг, тварь! Паскуда! Грёбаный свет! Ты чё здесь забыл? Мразь! Паскуда, тварь! Так, все, валим, валим отсюда. С какой стороны ты вылезешь, скотина? А ты, может, еще нас 500 километров бить меня будешь? Здесь кто-то успел сдохнуть. Твою мать, я не понял, кто это! Я думал, это собака, там еще звук писк собаки был. Матерь божья, так, все, я залезаю на дом. 2 минуты 21 секунда, так, 2 минуты 22 секунды. На 3 минуты 22 секунды слезаю отсюда. Мне нужно попробовать убить эту скотину. Да не стреляй ты сам по себе. Их тут 2. Блин. Нет, ну это пипец. 3 минуты 22 секунды, да, я сказал? Так, ну эту тварь можно, в принципе, грохнуть тоже, чтобы не мешалось тут.
И вот эту тоже. Сидим пока что безопасно. Кабан! Можно пока мелких валить тоже, чтобы они там не мешались под ногами, а то они могут. Так, кот пришел, Базилио. 3 минуты 10 секунд. 12 секунд осталось мне тут сидеть. Тварь, блин. И бегает еще быстро. Так, 18, 19, 20. 22 секунды, все. Ты тварь, умри, твою дивизию. Так, минута пошла. Минута пошла. Опа, скотина прилетела. Чё, а ты ничего, что ты? А может ты еще по воздуху? А, она уже начала по воздуху ходить нормально. А чё вас тут? Почему именно химеры? Почему именно химеры? Вам не кажется, это чересчур? Они еще и летают тут. Да, он стреляет медленно. Все, слезаю. Блин, я 8 секунд лишних посидел, у меня штраф. Штраф. Через одну минуту лишние 8 секунд мне придется побегать от мутантов. Ёперный вас театр. Отвалить от меня. Все, блин. Отстань! Матерь божья! Да как ты меня достала? Мне, по-моему, уже можно на крышу. Ёперный театр, я ничего не могу. Я сейчас не могу ничего просто прокомментировать. Это полный... Да сдохни ты, блин! Прыгалка шлепучая! Шлепанешься. Так, одна минута пошла. 2 минуты 8 секунд, я выключаю. Я их не убью, я их никогда в жизни. Я просто сдохну. Ты задолбала! Просто! А ничего! Вот это просто, ну просто, блин. Скотина. Все, пора вылезать. Куда ни побеги, везде эти твари! Ла-ла-ла! 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 Отшёл нафиг, чмо! Папара-папарм! Ой, я совсем забыл то, что я могу свалить отсюда поскорее! Зачем я бегаю в пределах деревни, если я могу отсюда свинтить? Кабанина! Вот она. Мать вашу! Твою дивизию, куда я забрел? Иди нафиг, тварь! Там Бюрорус! Да пошли вы все в попу, контролёрчики массыны ману на мундун. Рун-тун-тун. Ты видишь это? Ну давай. Не надо давать! Отчего я подыхаю-то? Что ж, первая моя смерть произошла от вонючего контролера, поэтому выбираем по-новому. Ну что ж, вот наш генератор цифр. От 1 до 12 нам нужно, это мы сейчас выбираем оружие себе. 2, цифра 2, записываем. Это, по-моему, пулемет. От 1 до 14. 11! Вот это вот, блин, это либо шлем... Либо какой-то костюм. Ну давай я еще раз, на всякий случай, сгенерирую. Получу шестерочку. На всякий случай, просто вот. 6 это точно костюм, просто если там шлем, то потом придется еще раз, лишний раз выходить. Зачем мне это надо, правильно? Так, от 1 до 14 это мы теперь расходники берем. Так, цифра 2. Теперь от 1 до 13 цифра 6. И от 1 до 12 число 4. Ну вот как-то так, ребят, мы все распределили. Теперь переходим обратно в сталкер. Итак, переходим к оружию. Наша цифра 2. Да, пулеметик. Рюкзак с броней. У нас там цифра 11. 1, 2, 3, 6, 9, 10. Ну да, как я и говорил, 11 это шлем. И второй...
Это 3, опять 6. Блин. Эх, фигово. Ну да ладно, ничего страшного. Сюда переходим. Здесь у нас 2. Здесь у нас 6. Во, наконец, аптечки. Научные, кстати. Совпадение, не думаю. И 4. Ооо, вот это вот кайф-набор, просто кайф-набор. Кайф-набор, только если бы не костюм, то был бы еще более кайф-набор. Но с таким наборчиком, в принципе, все супер-дупер-ультра-мега-супер-мега-классно, ребята. Теперь можно жить, ты погляди на это чудо. Шик, блеск, класс, услада для моих глаз. Так, ну все наши братки заспавнились, их на карте не видно. Это как видишь мутантов? Нет, и я нет. А они есть. Кто там есть? Опа, нафиг, там гигант псевдо. Отдача пипец. Отдача пипец. Вот отдача просто, вот отдача. Отдача убивает. Ты чё натворил, тварь? Это же этот, Бюрерус там. Там вонючий Бюрер, понятно. Так, ребятишки, вы не забыли то, что я могу залезать на... Да ты задобал меня! Тварь, блин! Ой, блин! А, ну и Чимера, да, пришла Чимера, блин. Это, Минера, или как там? Миневра. Иди нафиг. Да ты задолбал меня, козёл! М90 упала! Я слез, все, не считается. Считается, точнее. А все из-за этой твари. Миневра вроде, да? А, ну то есть ты и сюда заходить умеешь, да, чмо? Быстрее принимай аптеку, блин! Я думал, я погиб. Я думал, я погиб сейчас. Просто пипец. Ой, мама. Так, ну это не опасные зверюги. Вроде как. Ты чё не сдох? Это чё было? А пойдё-ка ты нафиг. Блин, ну нафиг. Я сваливаю! А куда сваливать-то? А некуда сваливать-то. А пипец мне. Ага. Валить некуда! Некуда валить! Ёперный... Ага, зашибись, в аномалию давай попадать. Ё-моё, она сюда бежит, твою мать! Сюда бежит Химера! Это что? Сельдерей, морфин! Морфин я сожрал. Мама моя мия. Опа, блин. Да пошли-ка вы все нафиг, нафиг, нафиг. Да пошли-ка вы все нафиг, нафиг, нафиг. Ё-моё, их тут два. Блин. Да пошли-ка вы все нафиг, нафиг, нафиг. Да пошли вы. Я застрял. Чё за жесть, блин? Отвалите от меня каждый! Чё они со мной делают? До свидос! Шлёпнутые! Их там трое! Ёперные хтетеры, а как мне... А как мне выживать-то? Они у меня оружие все трое отнимут сразу. Нашёл путь отступления чёткий. Да не вовремя вы меня поражаете! А чё у меня, почему у меня здоровье не падает? А кто мне скажет, почему у меня не падает здоровье? У меня не бессмертия нету. Почему у меня не падает здоровье? Чё за бред? Я чё, мёртв? Ребят, я читер. Это из-за морфина, что ли? Утю-тю-тю-тю, давайте погладим его по головке. Я на всякий случай еще съем. А может хватит меня сосать? Мне не нравится. Нет, получаю я урон. Ну чё, как получаю? Нормально так отхватываю. Ну чё-то они меня ничего не могут со мной сделать. Да отвалите вы! Где моя оружка? Вот она. Да задолбали, задолбали! Серьезно, пойдемте куда-нибудь, отойдем. Пойдемте, отойдем. Пойдемте в бункер, отойдем куда-нибудь, блин. Давайте сюда все. Да хватит меня сосать!
Надоели. Не соси. Не соси. Почему я урон-то не получаю от них? Кто мне объяснит? На мне чё наложено это? Проклятие, не проклятие, наоборот, благословение. Нифига. Ага, здрасте. Обалдеть. Ты видишь это? А сколько там... Нормально. Да верните мне оружие! Нет, падает здоровье у меня от этого, от контролёруса! Где эта тварь? Считайте, что я проиграл, короче, потому что я не знаю, почему я не умираю. Это какие-то читы? Или что? Это реально, что ли? Короче, это просто бешенство, это безумие, нафиг все, идите отсюда. Это было весело, это было забавно, это было прикольно, это было интересно. Я думаю, что надо повторить как-нибудь. Вот, надеюсь, вам понравилось. Я надеюсь, я вас развлек, сделал ваш день лучше на сколько-нибудь процентов. Вот. Ну, а сейчас я желаю вам всем счастья, здоровья, любви, всего самого наилучшего. Никогда ни за что не болейте. Всем удачи, всем пока и, конечно же, друзья мои дорогие, до следующего видео.